по нашей программе. И следующее танцевальное направление, которое мы вам представим, это хастл. Хастл – это один из самых популярных социальных танцев. И давайте выясним, знает ли кто-нибудь, как вообще это слово переводится. Это английское слово. Хастл. Нет, может быть, кто-нибудь знает. Версия. Нет, можно угадывать. Сайт либо соус, а хастл это суп, наверное. Суп? Вот котлета? Мясо. Танцевальное мясо. Давайте обратимся к эксперту по этимологии этого слова Татьяне. Татьяна сегодня провела небольшое исследование, написала диссертацию, теперь она может рассказать вам, что же на самом деле значит это слово. Итак, Татьяна. Ну, Аня была права. Это суп? Нет, на самом деле хастл переводится как толкаться, суетиться, что-то вот в этом роде. Короче, толкучка. Да, хастл появился на европейских дискотеках, там всегда было мало места, люди начинали в паре вот так вот танцевать, все расталкивали и, соответственно, все говорили, ой, хастл, бежим отсюда. Так, на самом деле хастл, да, как танец. Его энергетика не может никого оставить равнодушным. Потому что именно хастл дает вам возможность стать, как я уже сказал, звездой практически любого танцпола, потому что хастл это такой танец, который с легкостью можно танцевать под самую популярную современную музыку. Ну, а все остальное вы сейчас сможете посмотреть. Итак, я сейчас приглашаю сюда ребят, да, вас, из начинающей группы по хастлу. Они вам сейчас танцуют. Прошу. Новый называется Safe and Sound.